Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрай 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. И там, короче, вместе с ним пишет, как ее там зовут, Нести Ноу. Видите, ребят, я вспомнил. Да ладно, я вспомнила. Ребят, привет. Сегодня мы продолжаем второе пришествие. Сэма. Сэм, второй раз пришел. Первым приходил, сейчас пришел уже второй раз. Короче, у него приходы начались. Да, давно мы не писали Сэма. Да, ребят, там должна Нести Ноу что-то сказать интересное. Да, не забывай ставить любо, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы пропускать наши новые видео. Все в этом духе. Давайте мы это... Продолжаем. Поедем. А мы катаемся по ямам каким-то. Когда же, блядь, этот уже... Ты только надо, этот, короче, закончится. Рано или поздно. Я вспомнил этот бассейн. А, да. Вы там плавали. Прикинь, да, мы в него упали вначале. Да, я помню. Он тоже в дыры прыгает. Он ныряет. Он не просто прыгает. Так, что я тут делал? Понимаю, что я тут что-то уже делал. В общем, мы тут очевидно что-то ломали, однозначно. Башню снес, значит, тут что-то было. В башне-то ничего нету, да? Да, башня пустая. А, вот отсюда мы приперлись, все, вспомнил. Охренеть. А мы вам идем дальше тогда. А куда дальше, кстати, идти? Вот сюда, куда больше-то. Смотри, а свет не исчезает. Темнее стало, слушай, а? Кстати, да. Давай мы не... Кто без света выключил? Вообще нормально. Вверху подумаешь. Кто вверху доживет? Давай не будем выключать свет. Ребята, пишите в комментариях, вы что любите больше, как стоит или 5-0. Когда пиздец жарко. Сейчас ты не будешь. You must die. Так, блядь. А там быстро с ними со всеми расправились. Да. Я даже нихера ничего не понял. Не успела. Я путаюсь в этих местностях иногда так. Что мы секреты сок уже нашли в этом уровне? Пока 7. Еще 4. А может сломать? Я пока пробую на них запрыгнуть. А потом уже будем пробовать ломать. Ну что ж. Ломать? Бам! Зачем же тратить ракеты? Да, я не буду тратить ракеты. Почему он не пилится, сука? Уже. О, три секретные боеприпасы. Где? Да только что-то они выпали из факела. Да? Да. А видишь, надо все ломать еще. Так я тебе что говорю. Мы же деревья ломали, да тебе же нам давали бонусы какие-то за них. Значит, надо везде все ломать. А, в некоторых миссиях мы не могли собрать все секреты, потому что, видать, я все деревья не ломал. Да. Вот, и, кстати, это, что я хотел сказать. Тут так броню мы и не достали. Висячую вверху. Так мы и не поняли, как туда забраться. Ядра, будешь жизнь, ядра, шарики. На все настроение хорошо. Бля. Сейчас будет весело. О, опять арена для сражений. Ну, блядь, чё где? Сразу змею. Ну все, блядь. Где? О, цыпы поперли. Это да.
тут. Они сверху падают. Чего я наверх не могу забраться? Потому что, видимо, тебе туда не надо. Почему мне туда не надо? Мне же там так интересно. Как же я без Гэтлинга? Действительно. Ставим Люба за Гэтлинг. О, утка, утка, гусь пошла. А вот там что такое светящееся наверху? Я не знаю, там какая-то молекулярка тоже стоит. Красивая такая. Они решили все это выйти и утки, и сытки. Ага. Кстати, у них это удачно стало получаться почему-то. Они лазером нормально так шмаляют по мне. Они верно это. И все поют. Так, у меня же тоже есть лазер. Да, ты про него теперь забываешь. И-хи-хи. Что-то я нос зачесался. Что-то подозрительно, да? Да, в понедельник. Да, видимо, заранее. Не, чем лазер хуже, тем, что, блядь, он летит дольше, чем Гэтлинг. Как ты сам помнишь, пули плотность лазера. Когда-нибудь уже тут закончитесь? Разве то, что лазер надо стрелять в более быстрое расстояние, чем из этого? Ты меня драконишь, вот всех больше. Что, вот он будет? На нахер. Будешь. Один под одно ядро, сколько удовольствия. Раньше это были патроны. Вдвойне так, двоих так размазал. Трайк. Да. А чё, когда целюсь, тогда с одного выстрела? А когда не целюсь, много выстрелов. Смотри, будущий. Пипец. С пяти выстрелов. А так один. Нет, давай все убивает. Их стало значительно меньше, ты заметил? Их вообще перестало. Тут кабаны зато пошли. Вот я полетел. Ой, о, большой, да, штук. Большой штук. Даже, по-моему, один. Там двигают, видел. Ты всех убил? Честно? Да. Вот сообщение нам пришло. Да ну уж давно у нас мелькает тут. Я не обращала внимания на него. А я секрет вижу. Поняла? Да. Теперь надо думать, как мне туда забраться. Забраться, вот-вот именно. Там есть дверь какая-то. Странно. Я знаю, что думаю, что мы оттуда выйдем и будем ходить поверху еще. Да, ты права.
А Насти no. А Насти нет. Как это нет? Я тут. Ты Насти no? А Насти нет. А как туда все равно забраться? Вот тут лифт есть какой-нибудь. Тут есть мега-сердечко. Лифта, я думаю, тут все же нету. Рокет-джамп он тут не умеет? Нет, рокет-джамп он не умеет, как Квейк. Ну, он всем, поэтому и не умеет. Фестиваль ракет? Бля, вот это мне очень не нравится. Отличный фестиваль. Можно здесь постою? Ой, они дерево сломали. Ну ничего, я их убить. Я их убить. Активировали, блин. Фестиваль ракет. Знаешь, у меня такое ощущение, что вот там вот стоял вот такой же огонечек. Но когда я шмалял по всяким штукам, я его сбил. Не думаешь об этом? Все возможно. Поэтому секрет мне стал недоступен. Так, что у нас там уже 9 секретов, да? Еще 2. Один я уже знаю где. А, и второй, который мы просрали. Угу. Специально это заберем. Ну зато мы все знаем где. Уже плюс. Да нельзя? Никак? Нет. Поэтому мы сломаем ее. Да, обязательно. Тумбочку. Тумба-юмба. Ну-ка, попробуем сейчас вот с такой вот запрыгнуть. Ой! Она телепортировала туда! Мамочка. Прикольная тумбочка. Вот, понятно. Видишь, некоторые тумбочки не надо ломать. Согласна. Ну не тумбочки, а. А, там просто видишь секретный портал как раз нет. Не тумбочки, а эти. Факелы всякие. Вот так вот. О. Ну и толку оно мне сейчас. Нам бы пораньше выйти. Ну если я пораньше бы залез бы наверх бы и носился бы, то да. Теперь надо все сломать. Без этого никак. А как быстро все пилить сразу же. А как бы я всех пилил бы? Только странно, дверь не замечаешь? Ну что, сейчас проверим. Вот смотри, все. И больше портала нету. Я бы в портал бы не запрыгнул. Беда! Беда. Пошли. Туда. Пойдем. Дверь головы обезьяны. Как это? Много диких обезьян. Макейк? Да. Много диких обезьян. Бля. Страшно. Погнали. Опять поехали мы. Ой, блядь, да тут еще и по потолке опускаться буду, да? Уих. Бдысь. Опять арена. И сандалики да. Тут есть. Да, сандалики разные, двое сандаликов. Что так страшно показали.
штука поднимается. Ёлки-палки, что это такое? Руки появились. Надо что-то в руки положить. Что мы отработали, то и положим. А чего он гэтлинг достал, И даже я этого не сделал еще. Он тоже предпочитает гэтлинг. Отлично. Мои огненные кулаки ярости уничтожат тебя, мерзавец. Боже, это кто такое пишет? Что ты такое? Он вихри пускает от меня. Ой, кабаны, и все тут сейчас тут начнется. Да. Вау! Я лечу! Камикадзе! Тут элементали! И он, да, больше становится. Больше, но я его меньше вижу. Я, походу, дело его уделал. Да. Усраться. Ну, я пока все соберу. Бомбочка. У меня 4 штуки теперь. Уху. Давай побегаем. Мне даже птичку не надо. Надо все собрать. Такой звук смешной. Топ-т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 оп. Давай наверх сбежим так. Фиг. Не умеет. Еще одна бомбочка. У меня 5 бомбочек. Пиздец, пизда рули вообще. Блять, мне даже броник уже не нужен. А еще одна бомбочка. Нет, это что? Нет, это сундук. Да блин. Все, я вообще затарен по полной. Все, мой бег кончается быстрый. Письмо пришло. Плохие новости. Ну, хорошо, были. Мы уже их решили как-то. Ну, 10-1 мы прослали. Ну мы же знаем, где он. Мы только не нашли, как его, как бы забраться в него. Просто мы сломали сразу эту тумбочку. Тумбочку мы не ломали. А ты говоришь, я сломала тумбочку. Так это не там, я тебе говорю. Ой, блядь, какой ты новый уровень. Эй, курат! Зиггурат! Бля! Нужно построить зиггурат. Нужно больше сигуратов. Чё у меня с оружием? Отлично. Там камикадзе бегают, как я понял. Хорошо. Тут такое. 11. Опять секретов. Ого, Сэм, похоже, нас закинуло еще глубже во время. Вот краткая справка об этом месте. Зиккурат – это башня храма древних ассирийцев и вавилонян в форме ступенчатой пирамиды. Он старый, просто древний, очень древний и полон ловушек, к сожалению. Тебе нужно найти выход из этого здания. Живем. Короче, конечно. Понятно, блин. Опять трындец. Короче, надо выжить тут. А что, эта дверь не откроется? Блять, нет, она... Ой. Там оружие лежит. Нет, можно я пока бегу все?
потому что пока что-нибудь интересное тут найду. Ну, мы же зайдем туда. Да, туда-то логично, потому что нам, походу, дело надо будет. О, видишь, как я за снайперкой зашел? Я же жопой чую, где снайперская. Секретная. Мы нашли секрет. Ты видишь? А ты говоришь мяу. Я не говорю мяу. Ты чучело мяучело. Может, и мяучело, но не чучело. И смотри, что у меня есть. Та-дам, 5 штук. Подожди. Пошли дальше искать, может, что еще найдем. Ну там гуркает-то, а? Кто кто? Кто внутри живет? Гурка, блин. Хорошо, вот туда бичок. Настя, ты почему на стену? Почему ты перебиваешь вечно Сэма? Блин, я заказал, должен что-то сказать. Так если пишется что-то уже, не значит, что он говорить будет. И не обрати внимания. Да как ты туда смотришь, прохождение? Смотрю на Сэма. На тебя. Ну, за что на Сэма? Ой, да я сам их могу ломать. Тджи. Тджи, я крут. Да. Не ты крут. Ну играет, и я за него. Почему мне сразу же вниз опять падать? Что за сука западло, а? Везде так. Ну погнали, че? Уже у нас нет особо. Я буду пытаться прыгать по ступенькам. Умирать его? Там что-то внизу есть. Так. Сохранимся и попробуем тогда полететь. Дай. Пиу. Нет. А я мимо. Красненько, это большой сердечко. Так вот надо как-то на него попасть. Во-во-во-во-во-во-во! Бля, чутка ведь, вот чутка. Может, разбегу на пустом проводе? Не-не-не-не. Я понял, как здесь. Ну, я увидел, там проход. Там проход почему-то есть еще. Почему вот он... Его почему толкает-то? Почему на стену-то? Я понять не могу, почему сам тебя на стену? Протяжение стен, наверное. Может, стоит немного в другую сторону, Его просто вообще несет тут все на ту сторону. Ладно, пошли по-другому. Там позади тебя что-то есть, да, есть? Кто там позади тебя? Мои у меня звуки такие. Видишь, все, тут бесполезно. Тут его будет тащить на стену и все. Так все, не будет напрыгать да. Вниз. Ну еще раз. Почти ведь! Почти, да, почти, но. Нет. Блин. Ты не успокоишься, пока не закончится время. Ага! Ага! Это вы меня не верили! Вот видите, Настя у меня, я Настя, у меня... В тебя верю. Не верила ты меня. Да верю. Видишь, я нашел секретную эту. Да ты умничка. Да тебя это любому, он нашел уже один секрет. Так, ребята, не понял. Ты видел, какие морды на факелах нас смотрят? Да. Неприятно. Поэтому надо их пилить. Да. Интересно есть. Кстати, хотел поинтересоваться, тут еще вот я видел. То, что там есть проход. Может, я проход попробую еще запрыгнуть? Эх, блядь, видел, я попал ведь в него. Ты же видела? Видимо, не совсем. Так я попал в него, но побежал. Побежать умудрился. Блин, неправильно. Неправильно, блядь. Да куда он, блин?
Да блин, Сэм. Ну куда ты кружишься-то? Ребят, поддержите наш канал просмотрами и пальчиками вверх. Ага. Правильно. Говорит. На Синова. А еще обязательно вашими подписками на канал. А-а-а-а. Короче, походила в этот. Не попаду. Может, там потом пройти надо просто будет. Вот видел, я опять туда залетел. Я как-то. Да, видела, я видела, да. Так. Где? Есть. Я внутри, я сохраняюсь. Зашли. У меня тоже бензопила, чувак. Ой, это. Чего так много-то тут? Ага. Что за анализ? Хм, эти тяжелые блоки, понятно. Короче, какая-то хрень. Слушай, а тут такое красивое местность, кстати. Такое красивое местность? Ну, в смысле. Слушай, а да ты это. Да ты вас агиви. Нет, просто очень красиво здесь выглядит, а? Я куда-то полез. Ты как все-то? Все выше и выше. И выше, и выше, и выше. Туда нельзя. Там патроны для снайперки. Быстрее, выше, сильнее. Рычаг. Жюхна. Нам дали лестницу. И там пушка какая-то. Я за патронами для снайперки. Крутяк. Да. Так, блядь. Снайперка, да? У тебя нам лестница. Там двери, потому что какая-то. У меня снова снайперка есть. Ну я уже в начале игры получил снайперку. Не все же такие прям. Ищейки, как чтобы искать снайперки везде. Снайперка это же святое. Ну не все же ищут ее в самом начале. Ну, святая святыня это Гэтлин, конечно. Но что-то у нас его пока нету. Ну, будет. Вообще будет? Патроны для снайперки. Конечно будет. О, там броня. Ништяк. Хорошее место, слушай, здесь. Хорошо я упал? Да. Видишь, как... А чё, у меня броня полная? Бери ещё сам броню. Правда с вами весело? Ага. Ладно, пойдём туда. Ну, блин, опять стены некрасивые. Обычно серо-коричнево-жёлтого цвета. Ой, какие-то лёгушки. А чё ты здесь не хочешь эта фигня спускаться-то? У меня такое ощущение, что мы бы сверху здесь спустились. По логичности игры. Да? Но, блин, беда. И что теперь делать? Ну, я спустился, как всегда. Никак. Все. Что делать, что делать? Возвращаемся. Плохим путем. Началось. Ничего, сейчас он быстро. Здесь-то проще. Так. Это почему там так выделено? Там свет. А, тут, тут тоже есть. Ладно. Чертовски. Зашибись, у меня напалма нету, мне дают напалм. У меня самого-то огнемет это нету? Ну да. О! Теперь есть. Мужики погорят.
где еще ты? Застрял там. Беги, 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 беги. О, все. Не может бежать. Устал. Что ты, он не бывался тут с этими картинками на стенах? Ну, типа того. Ой. Короче, тут, походу, ничего нет. Откуда пришел? Пришел я отсюда, походу. Значит, мне туда. Да, туда. Блин, какие лабиринты, а? Опа. Че это? А, и все, да? Это просто такой глюк. Это когда я сюда стою, такой глюк ловлю, да? Ага, прикольно. И че, и как мне упасть? О, а где ты стал? Ты маг и чердей. Прикольно. Так, ребят, ладно, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 1987. С вами был Нев. И Нестинау. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, не пропускать наши новые видео. Ну и всем пока-пока. Let's rock. Let's rock. Ч-